Экспозиция «Польша» молодого успешного фотохудожника, нашего земляка Степана Рудыка, открылась в пятницу в Измаильской картинной галерее. Все представленные на выставке работы – это снимки, сделанные Степаном в Польше, где художник жил и работал полгода. В галерее работ художника – репортажи, жанровые фото, психологический портрет. Степана сложно назвать дилетантом. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности фотоискусство. Является членом Национального союза фотохудожников Украины и Союза фотохудожников России. Обладателем многих престижных премий в сфере фотоискусства. В Польше Степан был приглашен как обладатель стипендиального гранта Национального польского культурного центра «Гауде Полония». Безусловно, экспозиция заслуживает внимания и содержанием представленных работ, и с точки зрения их художественной ценности. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».